Продолжительность данных курсов составляет 40 академических часов. На сегодняшний день обучение прошли 13 700 учителей. Все они получили подтверждающие сертификаты. Обучение проходило по 5 модулям, на которых рассматривались темы организации учебного процесса при дистанционном формате обучения, а также особенности дистанционного обучения, особенности оценивания учебных достижений учащихся. Возможность бесплатно пройти данный курс будет предоставлена каждому преподавателю до конца года. Шанс обучиться есть и у студентов высших учебных заведений, будущих учителей. Материал курса был очень интересен, полезен и доступен. Учителя самостоятельно выбирали время и темп получения новых знаний. Особое внимание уделялось навыкам планирования и трансляции онлайн-уроков, работе с интернет-сервисами. Уверена, что полученные знания учителям будут хорошим подспорьем при работе со школьниками. По словам специалистов, на данных курсах также рассмотрен один из важных вопросов – взаимодействие учителей с родителями. С 24 августа для них будут организованы дистанционные семинары «Счастливый родитель, успешный ребенок». Родительская общественность узнает, как правильно работать в удаленном формате и создать для ребенка благоприятную учебную и психологическую атмосферу дома. Айгерим Сулейменова, Василий Вережников, Кокше Акпарат.